Сейчас завершилась рабочая группа по обсуждению бюджета двух предприятий. Наиболее острым и горячим обсуждением получилось с обсуждением бюджета комбината благоустройства. В ходе выездной рабочей группы неоднократно задавался вопрос руководству о найме у сторонних организаций или сторонних лиц специализированной техники, на что нам был дан ответ, что найм не осуществлялся. Однако сегодня в ходе изучения документов, непосредственно бюджета, выяснилось, что все-таки в текущем году такой найм специальной техники осуществлялся на сумму 650 тысяч рублей. Таким образом, складывается ощущение, что предприятие намеренно отказывается от ряда ритуальных услуг в пользу сторонних лиц, в пользу предпринимателей, которые оказывают данные услуги, и тем самым теряют прибыль для бюджета предприятия. В связи с чем возникает необходимость всестороннего изучения, как минимум, вот, данных выявленных ситуаций, которые были озвучены на рабочей группе. Поэтому считаю необходимым обратиться в контрольно-счетную палату для всестороннего изучения этой ситуации и, соответственно, в случае выявления или подтверждения этих фактов, принятия соответствующих мер.